Лакуся, Лакуся, ну покажись, покажись. Ты же у нас сегодня модель. Мы будем перешивать детский человечек на одежку для собачки. Да, Лакуся очень любит у нас одеваться. Да, одеваться любим, наряжаться любим. Здесь у нас цех, поэтому не пугайтесь. Вода в баклажке это для утюга. Ну покажись, мышка. Покажись, моя хорошая. Вот мы уже его одели, примерили. Лапки все хорошо. Застежку мы ставим на спинку. Значит, нам нужно обрезать нижние задние лапки, нижнюю часть костюмчика этого. Я обрезаю, делаю так, чтобы лапки тоже проходили. Здесь я закатила ей. И вот эту часть на животике, вот я сколола, это нужно все убрать. И я наметила, если будет видно, тут где-то ручкой нарисовано. Сейчас одну минутку я постараюсь показать. Ребеночек. Вот она меточка. Не могу показать по-другому. Ложиться она не хочет. В ручках только хочет стоять. Вот эта меточка. Да, моя хорошая. Меточка для животика. Сейчас мы все это снимем и будем переделывать. Ну вот я срезала лишнюю часть. Сейчас застрочу. Срезала ножки, подверну, обработаю. И обработаю вот эту часть, где животик, попка, там, где должны быть голыми. Потом примерю, посмотрю. Или придется переделывать чуть-чуть еще. Или не придется, ну, в смысле, подгонять. Ну, а сейчас сделаю, все покажу. Лакусечка. Ну, нужно показаться, рыбка моя. Наряжаться ты любишь. А сниматься стесняешься, моя стеснительная крошечка. Моя девочка, давай покажем, давай. Покажи-ка. Вот, сейчас мы проверим, как там наша пипулька будет писить хорошо. На лапочках чуть-чуть заузить нужно на задних, чтобы лапки не выскакивали во время ходьбы. А то она у меня такая бы... Вот видите, и пока я обшивала такой трикотажной строчкой, чтобы тянулась и не лопалась, немного растянулась. Сейчас я вот тут по шву зашью, чтобы лапки не распадались. Животик я заузила. Здесь я сильнее. Да, возможно, сейчас еще немного заберу. И посмотрю, как там, чтобы во время прогулки мы не мочили нижнюю часть. Покажи, пожалуйста. Вот. Да, немножко заужу. Штанинки по животику заузила. Нормально, свободненько. Очень мы любим наряжаться. Мама поставила наверх, поэтому немного боимся. А так мы только слово «одеваться». О! И мы сразу реагируем. Сейчас еще чуть-чуть подделаю, буду готова. Лакусечка, посмотри сюда. Ну, покажись. Ну, не бойся, сейчас мы вниз пойдем. Вот как нам хорошо, красиво. Если будет дома холодно, мы дома сможем походить. Вон, все у нас. Ничего не замочится. Такие вот мы теперь нарядненькие. Не бойся, становись. Здесь я не обрезаю, здесь я подворачиваю всегда, чтобы оно плотнее держалось. Ну, Лакуся, сейчас пойдем на пол, и ты покажешься, красотка. Принеси, принеси мне ослика. Ну, не хочешь от меня отходить? Думаю, что вдруг я уйду, одела тебя, значит, собираюсь уходить. Ну, не бойся, принеси маме ослика, принеси. Давай посмотрим, как на тебе нарядик. Ну, принеси. Стесняется, хвостик зажала. Но нужно показать, похвастаться. Принеси мне ослика, принеси. Беру ослика, заберу, заберу. Давай, побежали за осликом, побежали. Побежали за осликом, побежали. Давай, давай, давай. Вот умница, неси сюда. Неси скорее ослика. Сейчас заберу, заберу, заберу. Давай, давай, давай. Неси мне скорее ослика, послушница такая. Будешь давать, нет? Ну,
Вот видите, как удобно. Пожалуйста. И не нужно платить очень дорого. Покупать можно слегка переделать. По животику даже не пришлось горловину переделывать. Все нормально село. Плохо видно, извините, очень плохое освещение. Я не люблю яркий свет. Мне на глаза тяжело, поэтому я живу при темноватом свете. Ну вот. Лакуська зажимается, поэтому не могу показать как следует. Видите, на животике не висит, там все плотненько. Хвостик обычно мы бубликом носим, но вот сейчас мы немного его зажали. Вот такой у нас нарядик. Лакуся, попрощайся. Лакушка, ну, моя красавица. Скажи, подписывайтесь к нам на канал. Мы будем хвастаться обновками. Пока-пока.